Братья и сестры, 24 мая весь православный мир отмечает день памяти особых угодников Божьих, имя которым Кирилл и Мефодий. Стоит церковь именно равна апостолами, потому что по своему служению, по своему подвигу они были подобны апостолам. Они несли средства Евангелия всем славянским народам и говорили, что Евангелие на доступном им языке. Они составили азбуку, ту азбуку, тот алфавит, которым мы пользуемся и поныне. Нельзя представить наше богослужение, совершаемое на нецерковнославянском языке. Мы привыкли слышать эти слова, быть может быть, они не всем понятны, но душа наша и сердце их воспоминает особо, с особым чувственностью и радостью. Все богослужебные книги нашей церкви написаны церковнославянским языком. Но самая главная книга – это Святой Евангелие. Каждая буква церковнославянского алфавита имеет свое название и свое значение. Буква «Ц» не имеет дословного перевода и названия, но она означает целеустремленность, возвышенность, стремление к божественному началу и богопознанию. Дорогие мои братья и сестры, я вас сердечно поздравляю с днем памяти великих угодников Божьих, равноапостольных Кирилла и Мефодия. Пусть Господь их молитвами всех нас с вами сохранит и помилует на много и благое лето. Аминь. Мы видим буквы «Ц», небесных птиц поем, и резвые тройки бубенцы, и целование икон в любимом храме, и Богородицы бездонные глаза, и танец бабочек придуманный в тумане, и солнце. Весенние поле небесной синей, целый мир без края и конца, лица всех людей Святой России и Церковь Божия, Слово Бога.